Привет всем любителям фокусов, с вами как всегда Нейро Янг, и сегодня я хотел бы поздравить и вас, ну и себя, разумеется, с юбилеем на канале. Да, немножко поздно, да, опоздал, но что поделать, у нас на канале уже более 100 тысяч подписчиков, 100 тысяч фокусников, так скажем. И мне очень приятно, что вы поддерживаете мой канал комментариями, лайками, подписывайтесь на него, смотрите мои новые видео. Обязательно, кстати, нажимайте на колокольчик, потому что видео выходят каждый день, и не стоит их пропускать. Ну и я подготовил для вас небольшое разговорное видео, ну и также розыгрыш колоды. Вообще, хотелось бы отдельно поблагодарить одного из подписчиков. Алексей, спасибо тебе большое. Это, кстати, если кто не знает, тот человек, который мне очень-очень сильно помог в плане канала, потому что он подогнал мне донатик на вот эту камеру, и теперь мы снимать будем на нее и посмотрим, улучшится ли качество. Я надеюсь, улучшится, вы это заметите. Это одна из таких новостей. И из этой новости выходит еще одна, которая вас также, я думаю, порадует. Я буду стараться выпускать теперь фокусы не только с картами, но и с другими предметами. Делать как подборки, так и отдельные фокусы. Ну и также хотелось бы немножко рассказать о розыгрыше, который будет в этом видео. В принципе, у нас 10 призовых мест, 10 колод Bicycle Standard красного цвета, потому что все, кто смотрит мой канал долго, знают, что я люблю именно эту колоду. И у нас будет 10 победителей. Каждый получит из победителей по колоде Bicycle Standard красного цвета. Это самая лучшая колода для фокусов, по моему мнению. Я думаю, ее должен просто у себя иметь каждый фокусник. Ну и, в принципе, условия вы, думаю, уже знаете, потому что у меня много розыгрышей было на канале. Они простые, нужно подписываться на канал, если вы еще вдруг почему-то не подписаны, но попали на это видео. Поставить лайк на это видео, оставить любой комментарий, потому что выбираться будет рандомом, поэтому можете писать все, что угодно в пределах разумного. Ну и, конечно же, вам нужно просто не пропустить итоги, потому что итоги будут через 2 недели. Мы подведем итоги именно на 10 колод и разыграем их рандомом. Также немножко еще о канале давайте поговорим. Вообще, в принципе, сейчас есть несколько идей, как его развивать, какие рубрики добавить. И я надеюсь, вы будете их поддерживать. Поэтому, ребята, если что-то выходит, связанное с фокусами, но это не какой-то фокус и не какой-то секрет, пожалуйста, смотрите эти видео, поддерживайте лайком, подпиской. А еще лучше, если вы будете именно в комментариях писать, что вам нравится в новых видео, что вам не нравится. И если будут реально классные, хорошие комментарии, подробные, которые будут что-то интересное описывать, я всегда буду их лайкать и отвечать на них. Поэтому обязательно пишем свое мнение обо всем, что происходит на канале, потому что я должен как-то все-таки подстраиваться под вас, так как вы моя аудитория, и вам должно быть интересно смотреть то, что я делаю. Хотя все-таки, я думаю, вы не сильно будете против некоторых экспериментов с форматами, но я не хочу уходить далеко от фокусов. Будем что-нибудь придумывать интересное, может даже пару интересных шоу запустим. Также можете писать идеи для канала в комментариях, я также все рассмотрю, все прочитаю. Ну и еще раз всех поздравляю, спасибо вам большое, ребят, за всю поддержку от и до, вот кто недавно на канале, кто уже старичок, совсем давно на канале. Огромное вам спасибо и смотрите меня дальше, я постараюсь вас удивить, порадовать своими новыми видео. Всем удачи, всем пока и да, забыл сказать, с вами как всегда был Нейро Янг.